Более 40 работ представили на творческую экспозицию знаменитые белорусские художники, настоящие профессионалы и патриоты своей страны Владимир и Андрей Савичи. Отец и сын уже давно на выставках представляют свои картины в тандеме. Высочайшая культура, высочайшая эстетика, особый образный ход мыслей, мышления, пластическая культура, гармония во всем. Это и высокое образование, это обоих художников. И поэтому они, как бы сказать, здесь, даже в выставочном зале, они дополняют друг друга. Два совершенно разных мастера, два видения современности. Однако именно это помогает художникам лучше отразить и передать зрителям свои чувства и переживания. В каждую представленную на экспозиции работу было вложено не только большое количество времени и сил. Полотна обладают уникальной философией и душевными переживаниями. Мастера-кисти уверены, что современный художник не может писать ни о чем, а большое внимание должно уделяться именно белорусским национальным особенностям. Мы, белорусские мастаки, цікавы, только тогда будем, когда мы будем нести ноту своей земли. Тому вот и за межой часто открытие выставы. Спочатку говорят, что ну, майстерство, оно одразу бачно. Але праз некий час просят встретиться и музыканты, и письменники, нават поэты, что вот вы знаете, мы и так сказать, и добро не ведаем, где это Беларусь. Але вот нота вельми цікавая. Работа художника – это уникальный творческий процесс. За время своего становления Владимир Савич и его сын Андрей открыли для себя важный жизненный принцип. То, чем занимается человек, не должно быть в тягость. Ведь этому делу мы посвящаем большую часть своей жизни. Работать в удовольствие – вот главный принцип, который помогает двигать искусство вперед. И я рада, что вот мне лёс дал эту махчимость. Я могу и по сегодняшний день заниматься и робить то, что я хочу. Про что я хочу сказать, что я хочу донести людям и, как говорится, працовать себе у радости. Вот. Это вельми важно. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».